когда мы перебрались в ад? Ты сам хотел переехать сюда для работы над этими идиотскими видеоиграми? Да, на крик бабки с неба свалится. Почему нет света? Сломано. О, черт! Когда ты закончишь там причитать, возьми список, что я оставила для тебя на холодильнике. Чертова баба. Где молоко? Оно в этом чертовом списке. Пишу и тебя в этом чертовом списке. Что за... Ах ты, тупая псина! Не выпускай пса! Дерьмо. И не забудь про мою гравийную дорожку. Да как так? Так... Так, посмотрим. Но эти поручения сами собой не выполнятся, так что нужно идти. Встретиться с Винсом? Так, я немного перебрал вчера, но я думаю, я помню, где я работаю. Собрать немного денег превосходно. Ха. А, вот это где. Купить молока? Так, и где это? А, вот это где. Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair, меня зовут Мистер Фриман 315. Ребят, наконец-то у меня добрались руки до шикарнейшей, просто шикарнейшей игрушки под названием Второй Postal. Да, Postal 2. Блин, она настолько безбашенная, она настолько вообще отмороженная, что я не побоюсь этого слова, даже GTA рядом не стояла. Так. Ничего, так эти разработчики игр не придумают, чтобы заработать лишний бакс. Ну, по крайней мере, это познавательно. Новый игровой автомат, симуляция жизни бомжей. Уже, по-моему, есть симулятор бомжа в Steam. Краска свет осуждает отвратительную видеоигру, но никого это не волнует. Что можно сказать, ребят, что можно сказать? Познакомился я с этой игрушкой в далеком 2006 году, будучи студентом, да, живя в общаге с такими же пацанами, как и я. И мы просто над ней угорали днями напролет, просто днями и ночами. Как мы только не куражились, как мы только, блин, я не знаю, не отрывались в этой игрушке. Я ее с удовольствием, с огромным удовольствием пройду еще раз, спустя столько лет. Действительно, спустя очень много лет я уже практически забыл весь сюжет. Ух ты, собачка, привет! Привет, привет, собачка! На тебя, сволочь! На тебя, зараза! Да тихо ты! Эй, чувак, ну ладно тебе. Чё ты так кипишуешь? Теперь цветочки будут расти. Теперь цветочки будут расти. Это точно. Как мы только здесь не отрывались. Зараза. Я тебе сейчас... Вот, ребят, первая смерть. Вот она, первая смерть. Да, жестко, жестко. Очень-очень-очень все жестко. Ну, кстати, вот этого чувака я все-таки вынесу, потому что у него есть эмка. У него есть эмка, и эта эмка мне нужна. Она мне действительно нужна. Так, где этот чувак? А что, МК не у него было, получается? А. Стой, сволочь. Вот зараза, блин. Не, а я... Это может мне повредить, но... Я ж чувствую себя потрясающе.
Так, я, по-моему, шмаль выкурил случайно. Очень-очень случайно выкурил шмаль. Ну, ребят, я думаю, все прекрасно знают, что эта игра из себя представляет, я имею в виду в плане сюжета, да? Всего 5 дней у нас, с понедельника по пятницу. И за эти 5 дней нам нужно выполнить ряд заданий с понедельника по пятницу. Вот. Что мы, в принципе, будем делать, да? Как мы уже увидели, нам нужно забрать молочко, вернее, купить молочко, обналичить чек, пойти на работу. Забрать чек, потом его обналичить. Тихо, родной, тихо. Тихо, песня. Да тихо, я тебе сказал. Вот. И так все 5 дней. То есть какой-то ряд заданий. Какое? Блин, ну вот так вот, конечно. Вот так вот мы просто обожали делать. Когда первый раз проходили эту игру, просто обожали, конечно. Я не знаю, блин, сколько воспоминаний, сколько ностальгии. Слышь ты, мусор, ходи сюда. А, ну да, ты же, да, уровень роста, конечно, есть еще. Смотри, тварь, какая живучая. Речо, я никого не трогал, подчинял примусы, наслаждался правами из второй поправки. А вы... Сволочь. Я знаю, что ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видеоигры. Угу, это точно. Ладно. Так, у меня со здоровьем проблема, но зато у меня есть патрончики теперь уже. Где же этот чувак был с эмкой? Хотелось бы мне знать, это что такое? Ух ты, денежка. Денежку мы заберем. И броньку мы заберем. Лежит. Бывает, чудес. Все бывает в этом мире. Ну что, давайте посмотрим, куда нам надо сначала. Наверное, сначала нужно пойти за чеком сходить, да? Поэтому погнали. Сохранимся. Здесь, к сожалению, по-моему, нет квиксейва. Хотя я могу ошибаться. Но, по-моему, все-таки нет. Чувак, у тебя есть ямочка? Дай ямочку. Да чё ты кипишуешь? Так. Наверное, лучше спрятать оружие. Ага, вот так вот. Ну чё? Молодец, пойдем. На, ещё. Мне вот интересно, эта собачка теперь со мной будет бежать, да, и меня защищать. Вот это, кстати, офигенная польза от собак, но самая офигенная здесь польза, естественно, от кошек. Потому что мы все знаем, что можно с кошкой не делать. Все знаем. Блин, я бы, конечно, с удовольствием бы... Вот он, иди, мой хороший, иди сюда. А, ну сейчас я не надену, потому что у меня нет эмки, как таковой. Сейчас рванет. А что сейчас рванет? Хотелось бы знать. Ух ты, клубняк. Батюшки мои, это что за урок? Чувак, у тебя нет эмки случайно, а? Дробаш, отдай. Спасибо. Вот это мы, конечно, удачно зашли. Вот это мы, конечно, очень удачно зашли. Слушайте, я уже не помню, что тут дробовик лежал, а? Садомаза жесткая. Единственное, ребят, я не помню. Да, все-таки на дробовик тоже можно. На дробовик кошака тоже можно. Что ты сказал? Ладно. Чувак непробиваемый, да? Ну ладно. Раз выжил, живи. Вот это вообще. Вы посмотрите на них. Просто отмороженные ребята. Ладно, погнали.
Куда нам там за чеком? А, ну можно по прямой. Нет, наверное, все-таки лучше повернуть налево. Так, ближе будет. Это что такое? Women's Arcade. А, это как раз таки симулятор бомжа, да? Это вот этот? А поиграть нельзя? Не, поиграть нельзя. Смотри по сторонам. Так, чуваки играют, ну пусть играют. Ладно. Оружия тут нет, да, к сожалению. Не, ну прикольно, я, конечно, в клубе отжал дробовик. О, еще один. Вот это я удачно зашел. Спасибо. Слушайте, я уже, в принципе, неплохо оружием обзавелся, я вам скажу. Песик, привет. Так, а как я заходил, а? Кто помнит? Я не помню, блин. Так, касса. Причем, слушайте, они, по-моему... А, конечно, ты ж травы курнул. А, блин, так, надо, наверное, сохраниться, потому что... Я и дробаш нашел, и эмку. Сейчас еще ломка будет от травы. Надо бы что-нибудь хорошее найти. В плане аптечки. Не надо мне было курить, не надо мне было курить, не надо было. Так, ну ладно. Я знал, что от этого будут одни неприятности. Так, мент, у тебя нет аптечки тут случайно? О, еще один ствол. Вообще супер. Я чувствую себя... дерьмово. Нехрен курить было, блин. А, к этому дерьму так быстро привыкаешь. Ну все, вроде. Еще одна эмка. Слушайте, как хорошо, а? Как мы удачно. Как мы удачно зашли вообще. Очень удачно зашли. Так, а тут у нас что? А, здесь мы были. Что ты сказал? Ладно, мент здесь. Не буду кипишовать сильно. Так, а мне сюда. А мне сюда, блин. Все-таки никак я до молока до этого гребаного не дойду. А, подождите, до молока. У меня же денег нет. А, но мне все равно через этот тоннель. Здесь, видимо, переход с локации на локацию, как в сталкере, прям, ну, бляха-муха. Но Postal я поиграл, конечно, раньше, чем в сталкер, поэтому это только сейчас я могу сравнивать, да? А тогда это было тогда, это был 2006, сталкер это в 2007 году. Так. Мне нужно обналичить чек, поэтому теперь еще сюда. Благо оружием мы обзавелись, еще бы, конечно, здоровье поправить, только не марихуана, ребят. Боже упаси. Вторую такую ломку я, наверное, не выдержу. Корпоративный центр. Лучшая в пригороде. А, супермаркете Paradise. Встречайте Гарри во вторник. Блин, вот насколько охренительная локализация. Все перевели, ребят. Все надписи, блин, все диалоги, все. Я хочу сказать, что сейчас такой локализации уже не делают. Блин, а кошаки уже шугаются меня. Иди сюда, хвостатая тварь. Да тихо ты, родной. Хавай. Так, все, ты со мной? Прохожу насквозь. Так, ну чё, идем правильно? Идем правильно. О, там ненавистники компьютерных игр собрались. Помню, помню. Сейчас посмотрим.
Running with scissors. Окей. Да заткнитесь вы. Собачка со мной. Это хорошо. Кстати, у меня еще два крекера для собак. Еще одну собачку смогу приручить. Еще одна ямочка. Сколько у меня уже? 105 от души. Так. Как быстро выбрать ямку? Четверочка, да? Так. Так, обналичить чек, обналичить, мать его, чек. А где его обналичить, блин? Фу, блядь. Консервов нажрался. Он же дебил, блин. Теперь не приручу собаку еще одну, надо будет еще собачьих. Ну, это не консервы, это скорее сухой корм, да, больше. Сюда. Так. Блин, где этот чек обналичивать? Вот в чем вопрос. Компьютер в сортире. Что-то новенькое. Здравствуй, уважаемый. Эй, парень, ничего личного, но ты уволен. Но я приступил к работе только вчера. Твой чек у меня на столе. Иди и возьми его. Так, взял. Готово. Вперед, парни, со мной! Кто еще зло несет? Сейчас придется еще от этих идиотов отбиваться. Эй, чувак, ты все еще здесь? Так, здесь лучше сохраниться, конечно же. Так, успокойся, родная. Так, собачка мне помогает. Это хорошо. Это очень-очень-очень хорошо. Так. Кто-нибудь есть тут еще? Я не понимаю, почему они на меня напали, конечно, но, блин. На тебя, сволочь. Блин, вот так прибить могу. Так хорошо, что собачка их отвлекает. Причем она их отвлекает от души, ребят. Офигительно, просто офигительно, блин. Где еще мне этих собачьих крекеров взять? С собакой это намного проще. Действительно намного проще. Я предлагаю все-таки спуститься немножко в подвал. Аптечки. Мне нужно поискать лекарства. Так уже. Так уже, блин. Так, это выход. А куда это выход? Что тут у нас? Не, я, конечно, могу здесь что-то полезное найти, поэтому не брезгуем, ребят, не брезгуем исследовать все, что только видим. Старые компы, это как, типа, компьютерный клуб какой-то. Так, ладно. Я так подозреваю, что здесь... Опачки, это что там такое лежит? Вот это, блядь. Падла. А,
хедшотик вообще от души. Так, что это вообще? Включить, выключить радар, возможно, сможет найти не только рыбу. Радар для рыбы, блядь. Прикольную пасхалку мы нашли, ребят. А, тут ограниченное количество секунд, ладно. Будем знать. Так, это чек, пусть будет чек. Блять, мусор. Нет, меня вроде не трогает. Надо будет сохраниться. Ты меня точно не трогаешь, родной? Не, нормально. Все хорошо. Еще аптечки. Так, я их пока сохраню. А мне определенно нужно еще. Да не, все, тебе не нужно, родная, расслабься. Еще один ствол. Так, ну этих я всех вынес, да? Дубинка. Дубинка, 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 дубинка. Так, а тут что у нас? Ну, тут, в принципе, ничего нет. Так, не ярим у тебя нахер. Так, это куда меня хрен занес? А, я еще все еще здесь, да? Так, это выход, наверное, да. Ну давайте домик исследуем. Я. Эй, идиот! Заткнись. Я больше чем уверен, что здесь будет что-нибудь вкусненькое. Заодно проверим наш радар. Как его называют, блин? Так, и чё? Gas suffer. Или ass suffer. Я думаю, все перевели слово ass suffer. Жесть. Так, два ствола, одна аптечка. О, еще один радар. От души, от души, вообще от души. Ну что ж. По-моему, пора на выход. Думаю, мне стоит опасаться этих придурков. Они могут нанести вред моему здоровью. Но эти придурки отморожены, на самом деле, действительно. Миссия пройдена. Можно, как говорится, идти дальше. Кстати, кошак был. Он уже удрал. Придурок. Ну, благо он опасности для меня не представляет. Так, аптечка мне не нужна. А тут есть еще что хорошее? Ну, кроме аптечки, я имею в виду. Чем, конечно, Postal в свое время запомнился второй своим вот этим угаром. Так, а мент за мной, что ли, пришел? Мороженым угаром. Похлеще, чем в GTA. В разы. Просто в разы. Ух ты, блядь, там что-то происходит, по-моему. Перестрелка. Ребятки, ну, я очень надеюсь, что вы меня трогать не будете, правильно? Так. А ствол я, конечно же, подберу. Вот. В принципе, классно наблюдать со стороны вот за такими перестрелками. Почему? Потому что лишние патрончики никто не отменял, и они еще никому не помешали, по-моему. Если так подумать.
Блин, тут походу реально можно... Ух ты, электрошок. Прикольно. А, тут можно в любой дом заходить и чисто его обчищать. Просто по беспределу. Потому что тут, конечно, и мы отмороженные, и все вокруг просто отмороженные. Ух, бляха-муха, матерь божья, что тут было вообще? Одному, по-моему, богу известно, что тут было. Честно говоря, лучше даже не выяснять. Оружие, или я буду стрелять. Бляха-муха. Извини, родной, я не хотел. Я не хотел. Обнаружен подозреваемый. Пошли нахер. Обнаружил подозреваемого. Стоять! Эй! Пошли к черту. Ой-ой-ёшеньки. Блин, кошака, по-моему, я не поймал. Пора убегать, они отвлеклись на этого чувака, поэтому пока есть такая возможность, надо текать. Блин, надо уровень розыска уменьшить. Сейчас давайте вот тут подождем в уголку. Ментов вроде нет, вон там машина стоит, но, блин, надеюсь, что обойдется. Блин, я хочу кота поймать. Глушитель еще никому не повредил. Есть. Все. Хорошо. В супермаркете Paradise. Выиграйте приз в супермаркете Paradise. Так, я хочу на эмочку кошака. Обязательно. Так, молочко. Короче, сюда, да, эти? Успокойся, котик. Так, у меня, к сожалению... Ага, одна консерва. Но одна консерва мне роль не сыграет. Поэтому, ладно, погнали сюда. Здорово, родной. Полегче. Ох, какое облегчение. Полегче хотел ты. Полегче он хотел. Ты посмотри на него, блин. Так, ребят, здесь... Да, здесь очень-очень полезно шариться. Ох ты, блядь, я укололся в кактус. Очень полезно шариться по разным закулкам и углам. В поисках всяких вкусников. Вкусняков и ништяков. Поэтому ни в коем случае нельзя об этом забывать. Так, а молочко? Так понимаю, где-то здесь, да? Ребята такие ходят, да? Так, ладно, погнали. О, что за мерзкий запах? И что, собака сдохла? Нет, серьезно, я хочу знать. Так, а у него есть ствол? Нет, по-моему, у него ствола нет. По крайней мере, у этого чувака. Так, сейчас подождите. Так, слушайте, я очень надеюсь, что у меня получится здесь найти собачьих консервов. Ух ты, блядь, это что у нас? Ёперный театр. Это что сейчас было? Какой твари? Вы что, магазин решили грабануть или что, я не пойму? Слушайте, правда, а что они решили магазин грабануть? Что у нас тут? Бля. Да я уже понял, что бля. Нахера сюда спустился, вот в чем вопрос. Охренеть. Это что это? Это куда это я? Мама
мамочка родная, куда это меня хрен занес? Круто! Мне нужно поискать лекарство. Слушайте, я не пойму. Твою мать. Так. Ну, сюда однозначно лучше не спускаться. Я, ребят, честно, я не помню вот именно вот этот вот промежуток. Ну, это что-то больше напоминает сталкер, если честно. Не, ребят, патронов у меня на них не хватит. Блин, я мог бы поджог. Слушайте, это реально какой-то сталкер. Вот прям сейчас. Твою мать, да что ж я не попадаю. Я еще ни одну тварь не убил. Эти твари такие живучие. Ну-ка. Попробуем. А чё мы попробуем? Они меня сейчас просто сожрут. Да отдайте вы мне эту штуку. Гранаты, да? Да, ну естественно, естественно, они меня закромсали, естественно. Так. Еще раз. Пошли что-то. Есть. Есть. Гранатки у меня. Я подозреваю, что лучше, конечно, отсюда свалить, потому как... Ну, честно, навряд ли я их убью. Очень навряд ли. Я еще один вариант сейчас попробую сделать. Вот такой. Нет, вот такой. Все. Пошли. Гранатомет, да ладно. Тварь, а? Да я удачно зашел. Ну, по крайней мере, сейчас я уже точно знаю, что можно уходить. Там тупик, там больше ничего нет. Патроны я на них тратить не хочу. Еще по аптечку найти. Блин, гранатомет 100 штук. Да ладно. Че, неужели 100? Прям 100 штук. Да. Ладушки. Вот это мне фартануло. Так, сохраняемся. Сохраняемся. Сохраняться всегда надо снизу, да? Оно идет снизу вверх. Я понял. Иди сюда, мелкая тварь хвостатая. Стой, я тебе сказал, зараза, ладно. Так, а мне по-любому, кстати, сюда за молочком. Эй, идиот! Прохожу насквозь. Бесплатная клиника Paradise.
том-то и дело, что она бесплатная. Смотри по сторонам. Да смотрю я, не переживай. Смотрю я по сторонам. Блин, как хорошо, что мы гранатометик взяли. Вот еще и ночка, кстати. Того у нас уже. Того у нас уже 54 патрона. Так, я подозреваю, что мне лучше не падать. Наверное, лучше не падать все-таки. Так, где-то наше молоко. А, вот здесь. В супермаркете. Продукт. Кошак, иди сюда. О, да, детка. Так, ладно, молоко. А где ж ты, сраное молоко? Отлично. Слишком легко. Идите на кассу. Или нет. Я думаю, я выберу второй вариант. А кто попытается тяпнуть... Сволочь, посмотри. Полиция. Кошака из-за него убил. Бедолагу. Полиция, блин. Блин, мне бы, конечно, подлечиться. Где там эта бесплатная клиника? Книга-хранилище. Посмотрите на ее рожу, просто отмороженная. Посмотрите. Или обкуренная. Скорее всего, и то, и другое. И причем одновременно. Полегче. Смотри по сторонам. Да расслабься, девочка. Так, я одно не пойму. Книгохранилище. Ну где тут книги? Все они тут есть. Блин, мент. О, да, детка, отлично. Отлично, блин, как хорошо, что я броник нашел. Я вот как раз просто искал что-нибудь полезное. А почему? Потому что хода нет. Но тут же есть. Есть. Твою мать. Блин, надо, конечно, поаккуратнее. Иначе у меня реально просто не хватит здоровья. На все про все. Ну, по-моему, в этом здании, ребят, ничего полезного. Ничего полезного нет. Блять, бесплатная клиника. Где эта сраная клиника? Банк, полиция, супермаркет, церковь, кладбище, свалка, сумасшедший дом. Даже сумасшедший дом есть. А, вот она, клиника. Кстати, она закрыта, ребят. То бишь, мне там сейчас пока первую помощь не окажут. А очень хотелось бы, если честно. Где мне аптечку надыбать? Блин, осторожно, эти кактусы ждолбаные, господи. Я забываю про них. Или хотя бы косячок марихуаны, там, не знаю. Что-нибудь, дайте мне же что-нибудь. 19%. Закрыто до вторника по причине инспекции. Ну, вторник завтра. Поэтому, в принципе, ждать недолго. Очень недолго.
по домам пошарить, ребят. Пошел отсюда, кретин! По-любому, по-любому. Где-нибудь точно будет аптечка. Вот точно вам говорю. О, а да, детка. О, да, детка. Так, в этот раз выходить в окно не будем, жизнь уменьшается. Так, ну что, 49% это уже... Ух ты, бля! Тварь. Гасите, 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 гасите. Это тот самый. Еще и полиция. Нахрен. Если зайдет, я его электрошокером вынесу. Надеюсь, что не зайдет. Мне интересно, почему не уменьшается уровень розыска. Я, наверное, стрелял, не надо было этого делать. Пошел ты нахер. Где он? Брось оружие, подонок! Стоять! Ух ты, блядь. Падает и убит. Я называю это реформированием соцобеспечения. Да. Примерно так. Ребятки сами напросились, я просто защищался. Я просто, мать его, защищался, вот и все. Так, ладно. На этой оптимистичной ноте, наверное, засейвимся. И пойдем дальше. Так, еще один ствол. Банк сюда. Видимо, что да. Да, банк, ствол, как Линка зовут. Все. Идем правильно. Очень даже правильно. Счастливый гонёж. Международный рынок, американская бакалея. Блин, кактусы, ненавижу кактусы. Просто ненавижу. Так, это что? Это аптечки. О, эта штука хорошо действует. Эта штука очень хорошо действует. Хорошо, что я нашел эту штуку. Так. Я, кстати, на крыше банка, ребят. Вот ее. Нет, 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 нет. Спустимся по-нормальному. Как-нибудь вот так. Так. Вот эти банкноты здесь. Так, две аптечки надо запомнить.
Трубки здоровья распродажа. Трубки здоровья! Это марихуана, что? Могут вызывать опухоли в мозгу и задержку умственного развития. Зато честно. Сука. Зато честно, блин. Реально честно. Так, это мы в банк пришли, да? Опухоли в мозгу, задержку умственного развития. Окей. Вопросов больше, как говорится, не имею. Еще одна бронька. Еще никому не помешала. А вот и косячок. Так, ладно. Где гребаный, мать его, банк? Я просто не могу найти вход. Мне он не нравится. Заткни. Я сейчас устрою. Эти, да, в желтых этих самых майках, уроды. Он меня постоянно преследует, сволочи. Так, мусорская тачка. Так, дробовичок. А тут у нас что? Не задерживайте других. Блин, не очень у нас, конечно, все гладко с патронами. Я бы сказал, даже печально. Кошак, ходи сюда. Вы глушите, нормально. Так, а это что у нас? А, я уже в сумасшедший дом пришел. Не, ребят, мне нужен банк. Блять, где вход в этот гребаный банк? Of America у нас получается, потому что мы можем. Ага. Такой прекрасный памятник. Просто прекрасный памятник. А вот и вход в этот долбанный банк, слава богу. Так, ну что? Обналичить чек. Обналичить гребаный чек. Мне нужно поискать лекарства. Там люди гибнут. Где люди гибнут? Давай чек. Так. Там люди гибнут. Pay your mortgage. On time, deadbeat. Мортич, не помню, как переводится, да и хер бы с ним. Убирайся отсюда, наркоман. Слушайте, а я могу грабануть этот сраный банк, я извиняюсь за выражение? Вот это я называю обналичить чек. Да. Задание выполнено. С крайней жестокостью. Пришло время идти домой. Я сказал, пришло время идти домой. А,
неплохо поимели. Так, сохранимся. Пока еще можно. Я сейчас не понял, я сохранился или нет. Я все-таки надеюсь, что да. Да я уже ухожу, что ты переживаешь? Я уже ухожу. Прям отделение ментов повалило. Так, всем спасибо. Как говорится, все свободны. Естественно, еще можно по офисам. По офисам пошариться. Можно? Можно. Посмотреть, что тут есть. Так, тут, что тут? Еще денька. $5. Так, уровень розыска падает. Падает, падает, ребят, падает уровень розыска. Надо уже, чтобы он упал. И уже не париться, идти спокойно дальше. Очень печально, что я не могу в окно запрыгнуть. Там еще один офис был. Там уж вкусняшка какая была. Ну, уже... Уже, наверное, не в этот раз. Все. Можно спокойно идти домой. Как говорят, с чистой совестью. Как говорят, с чистой совестью. Можно идти домой. $250 у меня уже. Так, ладушки. Пришло время идти домой. Да, понятно, что домой. Понедельник окончен. Как говорится, понедельник день тяжелый, да? Он же, блядь, действительно тяжелый. Что тяжелый, то тяжелый, бляха-муха. Пришло время идти домой. Так, Run with Scissors. Ну, нам сюда. Ты ходил на работу? Ну, я что-то вроде выходного. Вот и хорошо. Тогда, может быть, ты сделаешь еще кое-что для меня? Да уж, я такое с тобой сделаю.
Что ты там говоришь? Ничего, дорогая, пей свое молоко.